Сегодня обзор на Overkill 2. Так, у нас загрузка. Эта игра выполнена в тире, если кто не играл. Игра очень популярна, по крайней мере, первая часть была. Так, вторая часть, она что-то вышла вообще без... без особого шума. Вышла она уже дня три как назад. Так. Ну, вот мы ставим на месте. Поворачиваем ствол в разные стороны, надо отстрелить. Конечно... сильно чувствительно. Какие-то уже барни. Да. Меня завалили. Так. Два, видите, два прицела есть. We had to take cover in the subway. Jeez, all the gear is up there. It will take some time to establish logistics. Now here's what I can get you. Good choice. Remember, every weapon can get all upgrades here. Extended magazine is always a good choice, if you ask me. Now get that fancy scope mounted. Feels good, right? Now it's time to... We're being ambushed! Defend our position or all will be lost! Oh, it's you. Glad to see you alive. This is the tactical. It keeps you updated on the situation. Now, defend the station. Сколько-то... нифига там уже... Так, у нас загрузка. Сейчас посмотрим. Не, ну пистолетом с прицелом как-то. Хрена ствол. Да. Это у нас полуавтоматически, как я понял. Ах ты. Ах ты, так, у нас падает клавиатура. Хедшот.
Так, советую скачать игру. Игра все равно бесплатная. С вами был Варвар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.